Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана Ата. Начался понедельник. Зашла на минуту в комментарии, посмотрела их, прочитала, и одна подписчица моя активная спросила меня, чем я пользуюсь, как я делаю маникюр, и покажите средства по уходу. И я решила показать это все вам. Как раз пока мой муж спит, то я решила поменять маникюр и педикюр, потому что завтра мы едем в деревню, мне будет не до этого. Я просто сняла лак, и вы знаете, что у меня ногти стали такие крепкие, и стали расти и не ломаться. Что этому способствовало, я вам сейчас с вами поделюсь супер средствами, которые испытала на себе. Ну что, приступаем? Не переключайтесь. Я уже показывала в одном из видео, какие средства я получила от Ив Руше, и какие у меня маникюры есть. Вот я сейчас их сюда выставила, посмотрим, что и как. И знаете, что хочу сказать, что Ив Руше — это действительно замечательная марка. Не только средства по уходу за волосами, а также средства и по уходу за ногтями. Очень сильная марка. Вот для снятия лака я пользуюсь вот таким раствором. А также очень, вот это, ну, конечно, для педикюра, а для маникюра очень выгодна вот губка. Пальчик засовываешь, раз-раз-раз крутишь, и все, маникюр снимает обалденно как. Ну, а потом остатки можно этим снять, где там не сняли. И еще я вот купила вот таких два замечательных средства по уходу. Это маслица, а также основа. Я так много не разбираюсь, может, неправильные терминологии пользуюсь, но вот по-простому вам объясню. Это основа. Перед тем, как наносить лак, я пользуюсь этим обалденно. Оно, во-первых, укрепляет ногти. Посмотрите, сейчас я только сняла, это надо почистить, конечно, страшный вид. Но вот я могу давать гарантию, что это, думаю, да как у меня ногти не ломаются. Вот эти замечательные средства. Еще не было в продаже, раскупили. После нанесения лака для быстрого высыхания. Оно закончилось, я обязательно это по приезду из деревни обязательно куплю. А я пользуюсь в данный момент вот таким ревлоном. Видите, топ-кейт, быстрое высыхание. Оно тоже очень хорошее, но оно окрасилось от красных лаков моя, но пока вот я сейчас им пользуюсь. Так, приступим. Я очень довольна лаком, который я, значит, купила. Сейчас я его найду. Где он вообще у меня? А, вот. Тоже от Ив Руше. Мне кажется, я перейду на лаки Ив Руше. Они дороже, но оно того стоит. Во-первых, он не снимается долго. У меня вот педикюр, наверное, 3 недели был. Вообще ни в одном месте не снялся. Также у меня лаки. Я предпочитаю вот Ревлон. Ревлон у меня очень много лаков. Вот, смотрите. Хорошая фирма. Я сейчас уже перешла на качественные, на дорогие, которые не портят ногти. Очень довольна. Пастель — хорошая марка. Ну, конечно, они снимаются так, но очень хорошие. Вот это мне нравится. Color Expert. В общем, в основном у меня вот такие вот лаки. Пастель. Видите? Пастель. И вот это вот. Color Expert. Очень хороший. Но тут, конечно, многие позаканчивались. Но остановилась я вот на этих фирмах. Так, вот это вот Color Effect. Самые-самые хорошие. Конечно, это лучше Ив Руше. Но если у вас нет возможности, пастель очень хорошая. А также, значит, что я еще могу сказать из моего маникюра? Я перешла... Ну, у меня обычные такие инструменты, я хочу их купить сейчас наборы, это все после, это мои старенькие такие. Ну, я так привыкла сама, и эти тоже, как назло, поломались, но я умудряюсь они. Я купила вот этот в магазине, он очень грубый, наверное, это для педикюра. Сейчас у меня нету времени, Watson, я все в интернете покупаю, и купила это Watson's. Есть такая вот доставка на дом. Там много брендовых магазинов на этой платформе. Такая можно электронная платформа. И я там приобрела. Я тоже сейчас умудряюсь как-то делать себе педикюр. У меня не машинная обработка, а такая вот натуральная.
Так что вот такими средствами. Но это очень хорошее. Он накрепляет ногти. На себе проверила. Ну все, мои хорошие, сейчас я займусь педикюром. Ну вот у меня такие камушки есть очень много. Здесь не все. Вот эти я добавляю разного цвета. И черные есть. И вот такие наклеечки я пользуюсь. И такие наклеечки. Очень много чего. Вот такие черные камушки. Ну вот сейчас я еду в деревню, мне надо такое что-то стойкое. Я сейчас подумаю, какой я дизайн сделаю, педикюры, маникюры. Ну, сначала нужно привести ногти в порядке. Ну, надеюсь, вот коротко так сказала, результат покажу. Наконец-то я выхожу с мужем за покупками. Ну, этот маникюр-педикюр мне столько времени потратил, потому что у меня было несколько вариантов, что-то не получалось, еще что-то. В общем, смотрите, я вам покажу. Вот так вот у меня вышел такой маникюр. Я хотела сначала сделать красный, вот так, да? Бабочку здесь наклеила, там, и это, видите? А потом думаю, красный в деревне, ну, это же вообще не то. Ну, смотрите, что получилось. Смотрите, что получилось. Видите, разный дизайн вышел, но там цветочки, там это, вот. Вот такой вот маникюр у меня вышел. Пошла я, короче, со Шкимом. А здесь вот сделала вот так вот. В общем, мозги работают, только времени надо. А тут, когда постоянно отвлекают по телефону, это очень плохо. Все, побежали мы за покупками и покушаем тоже на улице, а то я такая голодная, белье так и не успела снять, все, бегом, вот там все бросила. Зато я не могла мимо пройти, посмотрите, какое нежное, прямо под мои эти маникюры, что там кричит, ненормально. Посмотрите, как красиво, а, Беним, Ашкин, маникюр. Ашкин Беним смотрит, Ашкин завтра едет Анемчика к Бьёре. Посмотрите, не встал Ашкин Берабер. Посмотрите, и белое, и красное. Бен Бурдак Аладжа, Ашкин. Бугюзели. Какая прелесть. Вот и я снова. Купили мы тапочки нашим родителям. 5 пар, потом дома покажу, как и что. Сейчас пришли покушать, очень голодные. Донер. Покажу, что это такое, сколько это стоит, все расскажу. Такое кафе. Вот и наш донор, Ашкин, был донор. Вот такой сервис приносит салатик. Кока-кола, вон Ашкин 1,5 взял, я 2. Ой, я 1 порцию, а он 1,5. Кёстер Ашкин пила варда. Видите, внизу плав. Йогурт там, ой, какой голодный мой Ашкин. Обед он сюда, Ашкин. Друзья мои, мы так вкусно покушали. Очень вкусно покушали. Сейчас мне принесут кофе, я заказала. Ашкину принесли чай. Было очень вкусно, очень. Я съела все почти. Представляете, какая голодная была? Я съела все. Вот на каждом столе вот такой раствор. Хоть поливайся, умывайся. Все, я почистила эти стулья. Все. Так вот, очень вкусно мы поели. Такой кофе мне принесли. Еще раз напомню, что все это сервис. Сервис это, то есть бесплатный салатик и все, как говорится. Чай, кофе, все бесплатно. Здесь, конечно, фрукты не принесут, но мне кажется, не так уж и дорого будет. Такое красивое кафе, зажгли фонарики. Вот, друзья мои, заплатили 70 лир, мы хорошо поели, не так уж дорого, мне кажется. Вот такое кафе. Находится Мезитли, Солибу, Солидеиля. Мезитли. Это Мезитли. Тоже возле нас. Ну что, пошли мы домой собирать сумки. Так, друзья мои, вот мы дома. Покажу вам сейчас, что купили, какие тапочки купили. В общем, я взяла много тапочек простых. Ну,
Она будет ходить вот такие по тапочке взяла. Коричневого цвета они. Одни взяла. Не знаю, ашки вот такие выбрал. Синие с красненьким. Вторые. В общем, на каждый вкус, да? Вот такие нарядные будет она по деревне, моя красавица, ходить. Вот. Видите? Такой вот. Какой здесь 39, да, 39. Какой-то испортится. Ну, пускай испортится, говорю, конечно. И вот взяла Бабаджиму. Папе вот такие тапочки. Будет ходить мой Бабаджим. Все равно приятно. Они ничего не захотели. Я говорю, что быть платье. Нет, какое платье у нас. И вот взяла я такие. Потом я оставлю его в деревне. Шлепать буду. Свои сейчас не повезу отсюда. Там все равно запачкаются. А это уже не жалко, будет если испортится. Вот такое взяла, вот такое я взяла мужу. И вот спрей для волос. Ой, как я довольна, что я постриглась. Сейчас я это понимаю. Раз-раз быстро скупалась и само сохнет. Это вообще прелесть летом. Ну что, буду закругляться, так и буду собирать сумки. Сейчас освободила все, весь холодильник, все повыбрасывала, все, что в банках. Оставила такое, что он не портится. Вот полная у меня машина, все тут, вся я в делах. Сегодня туалет, ванну почистила. Видите, сколько мусора там. Сейчас цветы надо все перенести на эту сторону. Уже договорила соседка. Соседка посмотрит в зале моими цветами, польет. Так что агигосика я Лемчику отнесла. Цветочки соседка договорилась, все под контролем. С всеми друзьями и партнерами тоже договорилась. И вы меня ждите моих. Этот я купила, кстати, для Wi-Fi вот такой вот специальный интернет. Интернет такой специально взяла, чтобы я ловила там, потому что в том году вообще не было интернета. А может в этот раз получится, но вы сами понимаете, что я так часто не смогу сидеть с телефоном, как у меня сейчас в Мерсине, столько времени. Только ашкэма, там я должна сначала приехать, убирать, весь дом убрать. А на следующий день приедет старшая заловка Аблама и Сергей. Может, вместе мы будем все перед Байрамом надо убрать. Вот эти мои маникюры, скажу, прощайте. Ну, я возьму перчатки, скажу ашкэму перчатки, потому что не хочется. Ну, в общем, такие делишки, пошла я собираться. Пока-пока. Ждите моих видео, будет очень интересно. Кстати, забыла, вот такую мне мой муж взял маску. Короче, каждый день берет ерунду какую-то. А я подумала, такая более нейтральная. Она красная у меня есть в обиходе. Машкин, будахай! Дахай, очень хорошая и модненькая такая, правда? Были разного-разного цвета. 7,50 стоит. 7,50 лир. Чё гюзы. Все, сейчас точно, пока-пока. Мои хорошие, мы уже, посмотрите, я какой пустой балкон у меня стал. Без цветов. Приготовила, так пусто стало. Сейчас покажу на ту сторону. А вот что творится здесь. Воду приготовила для соседки. Вот, посмотрите, сколько у меня цветов. Видите? Приготовила воду для соседки, чтобы она поливала зонтик. Закрыли. Вот мы уже почти готовы. Все в кучку. Все вместе. Видите, желтенькие цветочки. Как видно. Будем собираться. Мы все пусто стало. Буду заканчивать уже. Смотрите следующие мои видео с деревни. Путь дорогу, счастливой нам дороги и прекрасного отдыха.